Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Сегодня у нас не будет будни бригады, но я все равно объясню насчет бригады. Не нужно мне писать в ВК, чуваки, я свой номер оставлю в описании в игре, какой у меня будет. Либо ждите стримов, когда я буду в игре, либо стримы буду делать. Я вас буду принимать, также и заместитель, в принципе. Сейчас вам его ник даже покажу, вот сейчас. Информация, вот заместитель Александр Кривов. Он играет здесь, он будет вас принимать. Сегодня, пацаны, я куплю себе тачку, потому что я Фоме только наши покупал, бригаде наши машины. Надо себя побаловать, себя любимого, в принципе. Поэтому сейчас пойдем купим себе BMW, какую я давно еще хотел, на самом деле. У меня есть 4 миллиона, в принципе. Кирилл, ты где? Вот, подпишешь, кстати, хочешь к нам Фому, точнее, бригаду, блин. Надо забывать это слово Фома и говорить бригада. Так, я в Анашане, давайте мы напишем. Он к нам хочет вступить, а я хочу себе купить BMW. И в следующей серии, наверное, мы купим новые машины для бригады. Потому что две последние машины почему-то багаются, пацаны, каждый рестарт. Поэтому я принял решение купить 4 машины. Нет, 3 машины одинаковых, я потом расскажу, какие. И одну машину я оставлю, какая у нас сейчас есть. И сейчас куплю себе BMW, и потом куплю еще одну машину, чтобы тоже... А, вы же не сможете убрать. Ну, в принципе, ладно, сейчас мы выберем. Кстати, прикиньте, Rolls-Royce купить. Да нет, конечно, у меня денег столько нету. А, все-таки BMW это, вот это есть в автосалоне, а я не видел ее. Ну, ладно. Так, маслкары, Lexus. Нам нужна BMW. Можно будет вот эти тачки купить, конечно, но... Такое дело. Надо именно практически будет машину купить. Практичные такие. Возможно, даже гелики купим. Так, вот это BMW, по-моему. Да. Вот она. Или нет, или это, и стоп, или это не она. Что-то я запутался. Так, давайте еще посмотрим, какие здесь есть машины. Потому что, блин, на ту BMW, по-моему, винил можно было ставить. А какая из них это BMW, блин, я не помню. По-моему, стоп. Я знаю, как нам узнать, где это BMW. Сейчас я DL пропишу, если ID будет 466, значит это BMW. Так. 436, нет, это не она, значит все-таки вот она, это BMW. Я себе ее давно хотел, кстати, еще. Так, давайте в черную покрасим, вот. Да, это она. Все, берем ее. 2,6 миллиона, в принципе, нормальная цена. Личная. Так, транзиты, включаем фары. Давайте пропишем fix car. Все, заспавнил я машины все. Какой-то ОПГ у нас едет. Кстати, да, на эту машину есть винил. И сейчас мы поедем посмотрим, как они выглядят вообще. В Исто сейчас поедем, южный. Видите, даже под снегом вот эти винилы, это круто. На самом-то деле. Так, а что мне там подписчик ответил? Еду. Окей. Так, возможно, это он сзади едет. Возможно, нет. Он едет сзади или нет? Да, это он. Так, давайте его примем к себе. В принципе. Вот так вот. Все. Бригада. Кстати, скины там покупайте. Специальные. Я тебя встретил впервые. Бывает, чувак. Кстати, что-то парша какой-то едет. Пусть он поедет вперед. В принципе, не будем обгонять. Так, поехали в тюнинг. Затюнингуем нашу BMW. Мне очень нравится, как она варит, на самом деле. Прям топчик. Это у нас BMW 700. Какая, блин? 760. А, 750 лай. Ну, конечно, мне кузов не очень прям нравится, но прикольно выглядит. Я думаю, пойдет. Именно для бригады самое то будет. Сейчас на нее винил поставим и поедем, потом припаркуем ее домой. У меня осталось лям с половиной, надо будет деньги решать, потому что нужны бабки, чтобы закупить новые машины в бригаду. Поэтому спонсоров, в принципе, у меня нету в нашей бригаде, чтобы мне деньги давали на машины. Ну, что-то будем придумывать. Возможно, что-то продадим.
Но если продать даже все машины бригады, то не хватит денег купить то, что я хочу. Понимаете, вот в чем проблема. Так, нам нужен тюнинг, он здесь находится, по-моему. Давайте бочком. Оп. Чуть не разбился, конечно. Не, конечно, блин, у нас есть бизнесы, бригады, но их продавать не буду тоже. Они нам еще нужны. Так, вот, спасибо, молодец. Так, тюнинг. Тюнинг. Так, покрасить. Давайте прокрасим через запятую. 1-1, допустим, да? И покрасить. Покрасить не работает. Вот здесь винилы эти есть. Так, какой из них можно? О, M-Polos. Но она, блин, сильно загораживает. Такой вот винил, блин. Я даже не знаю, стоит винил у нее или нет. Так, покрасить, допустим, я покрашу 222. 0. И M-Polos поставить вот такую вот. Блин, она M-Polos не смотрится вообще. Что-то не очень винило, мне кажется, смотрится. Прям не очень. Давайте 1-0 покрасим. Попробуем эту M-полосу поставить. Блин, под снег она вообще не смотрится, на самом деле. Ладно, допустим, купим эту полосу. Закись азота. Покупаем диски. Диски на нее будут маленькие, да? Так, допустим, Atomic. Какие-то маловаты диски. Или нет? Так, диски. Да, какие-то они маленькие, блин. Тогда не будем трогать диски. А если покрасить черный цвет ее, допустим? Ага, M-Polos вообще не будет видно. Давайте покажем сюда в 1-0. Так вот. M-полоса такая. Ну, такое себе на самом деле. Это M-полоса такая. Это не M-ка, по-моему. Кирилл. Что? Можно до ТС доехать? В смысле? Куни уровень. А, шестой. А где оно? Это моя машина. Я только купил. Я эту машину только купил. Так, ремонт. Так, полный ремонт. На самом деле такое все выглядит. Я думаю. Диски, блин, они маленькие будут, да? Дай я еще раз. Заеду. Ну, съездим. Съездим, заберем твою машину. Сейчас просто, блин, что-то... Не нравится, как она смотрится вообще. Тюнинг. Может, такие диски какие-то поставить? Допустим, такие диски и... Гидравлика. Давайте гидравлику поставим. Давайте покрасим ее в цвет. 54 0. Темно-синяя такая бестия. Так, даже не знаю. Ну ладно, пусть такая рада будет. В кляксах вся такая непонятная. Диски какие-то тоже такие. Ну что, пойдет, в принципе. Ух ты, ё-моё. Смотри, что-то она жестко. Давайте дойдем до машины подписчика, в принципе. Думаю, неплохо так выглядит. Ну, необычно зато. А то банально черно-белое делать тоже не хотелось. Окей, поехали туда. Так, видишь, какая тут... Какая-то хрень стоит, непонятно на самом деле. Типа парковка или что? Прикольно. На самом деле прикольно. Но давайте поедем получим номера на машину нашу.
Чувака, девяточка на разварках. Не, восьмерка на разварках. Вообще чётенько тоже смотрится. Вот это казино Вулкан. Давайте напишем. Проходит собеседование. Собеседование в бригаду. Просьба прибыть на Анашан. Блин, проходит. Все, я объяву кинул. Кто будет садиться за руль автобуса КИК? Какой-то администратор, короче, там зашел. Ну ладно. Онлайн, кстати, уже поднялся. Онлайн был 8, кстати. А вот еще прошло минут 20, и онлайн уже 22. СМС 455-137. Слушаю. Давайте напишем, слушаю. Так, какой-то Эдуард Боден. Боден какой-то. Да получить номера на машину, короче. Работает казино Вулкан. Кстати, надо будет в казино тоже сходить. Но, блин, у меня осталось сколько? Лям 800. Угу. Ой, лям 100, точнее. Так, а здесь номера получать? Я понял. ДПС, полиция. А разница есть? Я возле... Возле ДПС. Я возле ДПС. Надеюсь, тут номера получать нужно. Так, а, да, вот. Номерные знаки снять с чего-то. Так, давайте выберем. Москва, дед Москва, вот. Вес, ну такое. Номер блатно выбить. Надо номер блатно выбить себе. Так, город Москва. Арме. Если бы АМР хотя бы, было бы нормально. Так, такое себе. Надо выбить нормальный номер. Россия. Так. ТНН. Ну почти, давай. Я верю, что мы выбьем блат. Просто в это верю. Так. Россия. Город Москва. То. Почти, давай. Я в тебя верю. На хотя бы одинаковую цифру или букву. Надо хотя бы цифру или букву одинаковую. Кау. Вот такое себе. Давай. Так, получить. Россия. Город Москва. Москва. ВКН. Блин, что-то на херня какая-то выпадает. Ладно, я все-таки снился на таком номере. В принципе, М223. Ну, неплохо. Зеркалочки. Ну, как зеркалочки. Почти блат, кстати. Так, давайте его примем. ФФ. Инвайт. 10. Все, я принял его в бригаду. Так, давайте заведем двигатель. Все, поехали. М. 233. Ну, нормальный номер, чё. Снимаешь. Плюс, да, чувак, я снимаю. Вот видите, я тоже так собесы делаю, пишу. В игре можете мой номер тоже узнать, в принципе. Я в описании номер оставлю. Как у меня номер, я даже не помню, на самом деле. Может, это 777... А, 777-335 у меня номер. Если что. Поэтому звоните, когда я в игре. Я буду вас принимать. Обязательно. Эдуард Боден, привет тебе. Или Бобен, Бобен, Боден. Новая тачка. А, плюс, блин, да. Да, я себе купил, решил себя побаловать, купил себе BMW, короче. Потому что, ну да, тачки у нас есть, в принципе, бригады, но их всего 4, блин. Потому что 2 пропало. Ну и 2, думаю, так нормально будет, пока что. Деньги найду, я куплюсь нам пару машин именно одинаковых. Чтобы... Будет 4 у нас тачки, короче, почему-то какой-то баг, 2 тачки пропадают куда-то. Поэтому 6 тачек мы не сможем иметь. Ну, я думаю, 4 хватит вполне себе. Нас пока что не так уж и много, нас
Всего Фоме 16 человек. Если чё. Ух ты, блин. Размотал свою тачку, конечно. Жестко. Не, ну бэха прикольно выглядит. Так, все, припаркал машину, кстати, спаун я профиксил, короче, все работает уже, можете писать спаун Чанге и будете спавниться, в принципе, у нас на базе. Давайте напишем ему спаун Чанге семья. Так, давайте я напишу сюда прям ФСБ. Вот. Сделал. Вот пока что такие у нас тачки стоят, видите, тазы. Пропал у нас Мерседес и еще один, нет, стоп, Мерседес и БМВ какая-то пропала. А, да, и БМВ пропала, короче. Ну, а так вроде бы все нормально даже. Видите, номера нельзя менять на машинах вот этих. Ну, в принципе, ничего страшного, я думаю. Ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.